Бересклет японский, Euonymus japonica, или Euonymus, или псевдолавр, вечно зеленое растение с красивыми кожистыми листьями и очень элегантной кроной. Украшением бересклета являются темно-зеленые, зубчатые, блестящие листья. Некоторые сорта бересклета могут иметь желтые, кремовые, серебряные или белые пятна в центре или по краям листьев. Зеленоватые, малозаметные цветы появляются на молодых побегах в мае или июне, преображаясь осенью в красноватые плоды. Сорта с пестрыми листьями цветут очень редко. Бересклет терпим к неблагоприятным условиям выращивания. Лучше всего он растет в полутени, в рассеянном свете. Слишком яркий солнечный свет приводит к пожелтению зеленых листьев и формированию бурых пятен на пестрых листьях. Растение легко переносит тень, но при этом крайне медленно растет, а разноцветные листья теряют свою окраску. Оптимальная температура для выращивания бересклета – 18-22 OC. Растение легко переносит повышение и понижение температур. При жаре его следует чаще опрыскивать и поливать. Зимой бересклет, содержащийся в переносной посуде, ставят в прохладное место, где держится температура около 2 OC. Бересклет японский – это кустарники высотой 300 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка розовый. Летом листва зеленый, осенью листва пестролистные. Его плоды созревают в месяц сентябрь-октябрь. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.